Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа ивановского трикотажа с сайта domtrik.ru. Целый пакетик счастья. С вами... Давайте скорее распаковывать, здесь много интересного. Смотрите, как все опечатано, просто так не откроешь. Но рвать пакет мы не будем, потому что я раньше так делала, он так сыпется, вот этот пакет беленький. Так, так, все, развязала. Ух, о, какая штука. Так, достаю пакетик. Домтрик всегда присылает в своих фирменных пакетиках. Смотрите, вот так выглядит внутри посылка. Эти пакетики, кстати, очень добротные, я ими с удовольствием пользуюсь. И еще сейчас у Домтрик много подделок. Я вам сейчас покажу, как правильно пишется название сайта. Посылка идет очень быстро. Что хочу сказать, даже быстрее, чем Василек. Заказы собирают быстро и приходят они, зашуршалось, да? Тоже достаточно быстро. Все в фирменных пакетиках, три пакетика целых. Смотрите, девчонки, вот так называется правильно сайт domtrik.ru. Вот здесь есть контакт, если что, позвонить можно на горячую линию. Так, вот, давайте начнем с самого маленького пакетика. Что у нас здесь? А, здесь, девчонки, игрушка. Я заказала игрушку антистресс. Мне так понравились. Они по 400-500 рублей на сайте. Вообще класс. Просто супер. Я вам на каждый продукт оставлю ссылку под видео и ссылку на сайт тоже в том числе. Посмотрите, какая это прелесть. Я подумала, что это лошадь. Мне соседка говорит, какая лошадь? Сама ты лошадь, это осел. Подушка антистресс. Держите в руках уникальную подушку. Мы назвали эти изделия штучками. Смотрите, какие прикольные. Это чудо-ослик. Точно, это чудо-ослик. Размеры 12 на 35 на 28. По-моему, рублей 500 она стоила. Мне так захотелось такую подушку. Я раньше вообще любила антистресс. Блин, какая она классная. Я на ней спать буду, если у меня ребенок не отберет. Смотрите, с одной стороны здесь мордочка. Вот такие классные ушки, глазки, грива, лапки, внизу, вверху и хвостик. Вот такой потрясающий. Блин, какая она крутая. Сзади вот так серенькая. Она очень крутая. Она такая мягенькая. Смотрите, какая толстенькая. Какой толстенький ослик. Я вам сейчас покажу поближе. Смотрите, девчонки, какая милейшая подушечка. Это просто кайф. Она вот с такими шариками внутри. Ее так классно жмакать. Такая прелесть. Вообще, я буду еще заказывать подушки у Домтрик. Там разные есть животные. Вообще есть просто классические, квадратные. Это такой кайф. И вот этот материал сверху, он как велюр, он невероятно мягкий. Ну, у меня ребенок отожмет однозначно эту подушку. Я даже в этом не сомневаюсь. Придется делать еще заказ. Вот есть этикеточка, смотрите. Штучки. Чудо-ослики. Артикул даже изделия. Союз производителей игрушек. Прям безумно нравится. Так, что же у нас в следующем пакетике? Еще один пакетик. Сейчас с вами достанем и посмотрим. Я заказывала мужу футболки. Мне очень нравятся футболки у Домтрик. Они из вискозы, им с носу нет. Они не линяют, с ними ничего не происходит. Я в восторге. У него есть вот в такой расцветке, но немножко с другим рисунком. Я беру ему в размере 54, чтобы было свободно. Хотела сказать, на вырост. Да, это у нас... А, это кулирка, не вискоза, это кулирка. На рост 176-182, размер 108, сорт 1. Мне безумно нравятся там мужские футболки. Я вообще в диком восторге. Это лучше, что я когда-либо где-либо покупала своему мужу. Сейчас покажу. Вот они с этикеточкой. Вот у него такая вот, только немножко другой вот здесь вот принт набит есть. С вот этим принтом он как прорезиненный получается. Ничего не случается, девчонки. Вот он уже носит месяца 4 первую футболку из Домтрик, она великолепная. Вот информация по футболочке. Вот она, с этикеточкой, размер 54, все супер, тоже поближе покажу. И еще одну я ему взяла в цвете хаки, тоже 54 размер. Вот как она выглядит. Сейчас посмотрим. Это тоже, по-моему, кулирка, если я не ошибаюсь. Да, кулирка. Невероятно приятный к телу материал, девчонки. Вот как выглядит эта футболка. Она просто цвета хаки. Здесь очень здорово обработаны горловины все. Замечательно, никогда никакие нитки не торчат, все прекрасно, на оверлоке обработано. А вырез, вот у меня, допустим, папа не может носить под горло футболки, ему они всегда давят, некомфортно. Я знаю, что среди мужчин много таких, на самом деле здесь вот очень комфортный вырез, вот самое то.
Так, дальше что, девчонки? Дальше я заказала себе ночную сорочку. Вот так она выглядит в пакетике. Тоже в 54-м размере. И это 95% вискозы и 5% лайкра. Супер! Вискозу я тоже обожаю. По дому таскать она невероятно комфортная. Сейчас покажу вам. Я хотела просто на бретелечках такую вот сорочку. Здесь узенькие такие лямочки, да? Вот такой вот интересный. Я вам покажу, как это на мне все выглядит. Все померяем. Вот так вот спереди она красиво оформлена кружевом. И такой вот незатейливый принт. Не сильно длинная. Внизу тоже она оформлена кружевом. Красивая сорочка. Все померяем с вами. Все посмотрим. Так, следующее, что я заказала, это костюм для себя из футера. Немножечко утепленный костюмчик на осень, 54 размер, 62% хлопок, 30 полиэстер, 8% лайкра. Вот как выглядит костюмчик. Сейчас посмотрим. Вот такая толстовочка с вот таким красивым рисунком. Внизу у нас резинка и на рукавчиках тоже резинка. Цвет такой симпатичный, мне нравится. Сейчас с вами тоже все померяем. Штанишки у нас идут на резинке внутри. Она, по-моему, не пристрочена. Кармашки. И внизу у нас тоже резинка. Вот. Все померяем, девочки. Так, следующий продукт, который я заказала, это костюм домашний из кулирки с брюками. 56-й уже размер домашний. Я люблю прям побольше, чтобы было удобно, хорошо. Я в таких костюмах щеголяю по дому и спать в таких костюмах могу, как пижамка, да? Смотрите, какой красивый. Вообще, красотень-то какая. Вот футболочка с коротким рукавчиком. Вот такая симпатичная. И... штанишки очень красивые тоже, смотрите. Ой, это не штанишки, девчонки, это бриджи. Они, наверное, на 3/4 длина. Ну, в общем, померяем, посмотрим. Здесь резинка уже прострочена и пристрочена. Внизу вот они просто такие, без всего подшиты. Так, и третий пакетик. У меня здесь должно быть постельное белье. Очень красивое постельное белье, невероятное. Я вам буду картиночки с сайта тоже вставлять. Мне так понравилась эта расцветка, что я даже взяла сатин, хотя сатин я не очень люблю. Но мне безумно понравилась эта расцветка, девчонки, смотрите. Вообще супер, такая красотень. Так, это у меня двуспальный с евро простынью. Пододеяльник 180 на 220, простыня 220 на 240, две наволочки 70 на 70. Вот такая красота. Я его сейчас постираю. Высохнет и заправлю. И вам сделаю вставочку, покажу, как это выглядит на постели. И как раз с вами посмотрим, полиняет, не полиняет, потому что здесь цвета достаточно яркие. Смотрите, какая красота. Вообще супер. Мне так понравилась расцветочка. Простынь у нас, наверное, я так понимаю, да, будет вот такого цвета. Пододеяльник вот такого. А наволочки, наволочки. Пододеяльник, девочки, на молнии. Это круто вообще. Я не ожидала, кстати, потому что цена очень бюджетная. Я не думала, что еще и пододеяльник будет на молнии. Так, я хочу докопаться до наволочек и посмотреть, как выглядят они. Наволочки, вы где? Так, девочки, они, наверное, розовые. Они, наверное, в простыни завернуты, нет? Нет, они темненькие. Вот они в простыни были завернуты. Они темные, классно. Под пододеяльник здесь есть одно даже красное сердечко. Все такие светленькие, беленькие. Ну, светло-розовые, скажем так, беленькие. И есть одно... красненькая, да, написано love. Очень красивая. Так, а наволочки на молнии? Нет, наволочки просто заправляются с запахом. В общем, все вам покажу на постели. Давайте пока мерить одежду. Вот так, девчонки, выглядит ночнушка. Очень классная. Все на месте, прям замечательно. Какая невероятная к телу вообще. Это супер. Длина почти до колена. Потрясающая ночнушечка. Мне прям очень нравится. Она такая легкая, такая невесомая, как будто вот на теле ничего нет. Мне очень понравилось. Сидит тоже здорово. Все супер. Вот домашний костюмчик. Невероятно тоже комфортное тело. И штанишки нет. Я сейчас вам покажу на всю длину. Здесь есть еще кармашки. Цвет такой нежный, прям вот нежнятина. Так, сейчас я вас подальше отодвину, покажу в полный рост. Вот сейчас костюмчик. Штанишки, вот видите, не совсем прям до конца, да? Вот такие штанишки. Девчонки, вот костюм спортивный.
Маловат. Маловат он мне. Вот в рукавах как бы все нормально, а штанишки вверху и кофточка вот на животе прям в облипочку. Но я надеюсь, подрастянется, потому что хлопок он все равно растягивается. Мне нравится очень костюм, он красивый, принт у него классный. И плечо вроде как на месте, да? Но он мне внизу маловат, поэтому вам в полный рост не показываю, только как сосиска обтянутая буду. И сейчас еще марафон похудеет, так что до костюма похудею. Почему-то вот 54-й, мне кажется, я в прошлый раз заказывала 54-й размер, и мне он был как раз. Это с учетом того, что я ношу 52-й. 54-й костюм мне вот этот немножко маловат, прям сильно в облипку, я так не люблю. Я люблю, когда все свободно, и штанишки, и кофточка. А так он невероятно красивый вообще, вот с рукавчиком все нормально, да? А так обтянулся сильно. Но сейчас, может быть, по дому потаскаю, он разносится. Потому что я заказывала, по-моему, 56-й, а размер костюма в прошлом заказе. Он мне вот сейчас вот сильно прям велик. Ну и здесь опять нужно смотреть на размерную сетку каждого изделия. Она может отличаться. То есть не у каждого спортивного костюма размерная сетка одинаковая. Да? Поэтому смотрим размерную сетку. И лучше, конечно, вот если на этот костюм глаз положили, то советую брать на 2 размера больше. Немножечко он мне прям тесноват, скажем так. Ну вот мужские футболки, сейчас вам покажу поближе. Вот одна. Они вот большие. 54-й размер. Вот у меня костюм 54-й, футболка 54-й. Я вот даже сейчас померю, вам покажу. Ну вот футболка 54-й, это совсем другое дело. То есть есть и запас, она хорошо, свободненько, все замечательно. Костюм вот этот маломерит. Маломерит размера на 2 однозначно. Ну ничего. Сейчас посмотрим, может подрастянется или однозначно до него похудеем. Ну, девчонки, так-то вроде вот и ничего, как бы, да, но он прям в обтяг. Не знаю, надеюсь, сейчас подрастянется немножечко. Ну, а Как? вот с такой длинной кофточкой, штанишках щеголять вообще, в принципе, красота, когда не видно, что они вот тут в причинных местах в обтяг. Вот внизу они на резиночке. Тапки у меня красота вообще. Вот с этой кофточкой вот так я сегодня и буду гонять. С длинной кофточкой в этих штанишках вообще мне очень нравится. Как раз подрастянутся. Девчонки, смотрите, какая красота. Постирала постельное белье, застелила. Ну, только что не гладила. Редко я занимаюсь глажкой постельного белья, если честно. Вот она простынь. Вот как выглядит с другой стороны пододеяльник. А подушечки, они целиком вот такого цвета, как вторая сторона пододеяльника. Очень приятная расцветка. Нежненько. И после стирки белые сердечки остались белыми. Ничего не полиняло. Все нормально. Мне безумно нравится. Вот такая вот красота. Ну, на этом все, мои хорошие. Если видео было вам интересно и полезно, подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайк. Все полезные ссылочки в инфобоксе на каждый товар и на сайт domtrick.ru. А я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую, всем пока-пока.